4-е Вологда в областной столице представили программу одноименного фестиваля. Напомним, он пройдет с 18 по 21 июня и будет посвящен жизни и творчеству Варлама Шаламова. О том, какие сюрпризы подготовили для вологжан и гостей города организаторы фестиваля, смотрите далее. Первая составляющая фестиваля – театральная. В программе сразу несколько спектаклей. Они пройдут на сцене консисторского дворика и театра для детей и молодежи. Зрители увидят постановку камерного театра «Отче наш», в основе которого шаламовские колымские рассказы. Покажут свои работы и гости из Москвы. Например, в программе моноспектакль знаменитого актера Александра Филипенко, который называется «У автора в плену». Будут в рамках фестиваля и кинопоказы. Кинопрограмма документальная, документального кино, но открывает ее совершенно не документальный фильм, а сериал. Приезжает известный режиссер Николай Досталь, у которого с Вологодской областью, да вообще с Вологдой связано очень много всего. Он покажет выборочные серии сериала «Завещание Ленина». Это первый большой художественный фильм вообще о жизни и творчестве Варлама Шаламова. В программе фестиваля будет представлена и научная часть, в рамках которой пройдет конференция. Она соберет исследователей творчества писателя из самых разных городов. Также зрителей ждут выставки, вечера поэзии и экскурсии по местам Вологды, связанным с жизнью Варлама Шаламова. Всего более 20 мероприятий на самых разных площадках города. Как отмечают организаторы, фестиваль позволит на 4 дня с головой окунуться в 4-ю Вологду – Вологду Варлама Шаламова. Алена Закатаева, Максим Тышковец, Вологда Портал.